Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. 10-й день, я забираю 30 рун. 30 рун. Это много или мало? Это мало. Так, ну что, давай посмотрим теперь, что у нас есть. Так, ребят, через 2 часа 28 минут только будет событие у меня доступно. По времени это будет в 9 часов вечера. Ну что, до 9 часов вечера это еще надо дождать. А раз я зашел, значит, мы, наверное, знаешь, что сделаем? Угу. И есть у нас задание набрать паки. Ну-ка, откроем. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Шепот смерти, ужасное чудовище, шторморез, парящий прихвостень. И следующий ставим на открытие. Через 3 часа откроется. Практически... Когда мы зайдем через 2,5 часа в игру, в 9, да? И я буду записывать события, в принципе, этот пак уже будет готов к открытию. Ну что, давай посмотрим. О, красавчик. Красавчик, беззубик. Кстати, я беззубика сейчас отправлять не буду, потому что мы пойдем защищать Олух. Сразу же это сделаем, чтобы не забыть. Улучшать. Улучшать я, наверное, ничего пока не буду. Блин, надо вот обязательно куда зайти? В задание Олуха, по-моему, если не ошибаюсь, да? Оборона. Так, начать. У нас флот 62 уровня. Фиг, блин. Что мы там сделаем, наверное, мне кажется, опять. Хотя я попробую. К бою. Потому что, ну, если брать, ребята, без зубика, то он очень-очень хорош. Очень хорош. И он пойдет у меня первым. Он пойдет у меня первым. Защитите Олух. Ясен перец, я буду защищать Олух. Так, беззубик. Давай, вот пойдешь сюда, снизу, наверное. Надо, естественно, его прикрывать. Надо делать на отвлечение, друзья мои. Блин, кому бомбят там? Где там? Вот этот корабль бомбит, да? На, сразу же в дребезги. Слушай, успеем, получится у нас, как думаешь? Давай вот эту вот лодочку потопим. Еще могу шмальнуть. Да ладно, друзья мои, мы даже все ключи получим. Вот это я понимаю, мы защитили Олух. Для меня это неожиданно. 3 ключа у нас сохранилось. Там, правда, немножко ресурсов дадут, но все-таки, друзья мои. Все-таки. Так, давай. Заберем нашу награду. Так, коснитесь. Ладно. Мало, мало. 30 рун. Оставшиеся открыть? Нет, не надо мне оставшиеся. И так сгодится. Так, давай сразу посмотрим еще паки. Этот мы с тобой открываем бесплатно, как всегда. Шторморез, шипорез, вострозуб. Ну и чуточку ресурсов. Ну и, конечно же, рекламный. Так, монеты Одина 6 штучек. И плюс шторморез, лаврык, громорог. Что-то кисленько-то, ёпрсеты. Ну серьезно, совсем кисляк пошел. Найдите мне шлем. Шлем мне найдите. Шлем викинга, вот он лежит рядышком. Ну что, вот теперь можно без зубика отправлять на поиски. Не в приключения, ни в коем случае не в приключения. Именно на поиски. Так, подожди, где у нас поиски-то? Не здесь. Не здесь, друзья мои. Да что такое? У нас поиск идет именно на... Ну не наездники же, ёпарасета, ну серьезно. Вот, легендарные драконы. Вот сюда мы его отправляем, и все будет тип-топ. Давай. Всего лишь 5 топоров. Ребят, не так уж и много осталось. Ну, я имею в виду для топоров. По заданию-то еще там, ё-моё, сколько нужно всего найти. Так, я возьму, наверное, вот эту вот брошку или печатку. Я не знаю, что это такое у нас. Здесь у нас выпадает 300 лямов рыбы. Уже шикарно. Так, 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 так. Мы можем, ребята, отправить его. А можем... Я отправлю его. Я думал, может быть, прокачать, может быть, не прокачать. Я его отправлю, пускай там рыскает, ищет нам ресурсы. Такс, 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 дальше что у нас идет? Так, эти ребята у меня тут, да, созрели. 675 миллионов рыбы. У меня нет пока столько количества, и древесины нету.
Так, бремя гнильца пускай идет прокачивается. Так, за древесиной вперед. Так, погоди секундочку. Ну, мне рыбы-то до борта будет или нет? Да, друзья мои, улучшение сооружения. Сейчас должно показать. Вот, вот. Склад железа. Остров берсерков. Новый дракон-наездник. Дом Дагура. Дагур ждет свой дом, а ищейка насест. Так, где же... где же этот остров берсерков? Перейти. Не понял. Вот здесь? 650 миллионов древесины. Так, друзья, секундочку. Блин, а где же мне древесины-то, сука, взять? Так, это 465 миллионов. Так, а чтобы склад железа прокачать, нужно 300... Ой, ё-моё. 350 тысяч железа нужно, представляешь? Почему я опять его не отправлял в путешествие? Нет, вот он. Сейчас принесет нам 2 железа. Останься. Так, здесь... Насколько я помню, тут мой уровень, что ли, что-то прокачивали. Не помню, что нам нужно вообще здесь. Сейчас, подожди секундочку. Древесины. Тут, кстати, тоже 360 железа нужно на прокачку. Так, этого отправляем. Этого за рыбой. Эти ребята у меня что там? Этот обучиться хочет. Его обучить нельзя. Пока не буду трогать. Тут водорез, громоль. Смотрим. Сарделька. Мне кто-то в комментариях написал: Рэй, почему ты сардельку считаешь мужским полом? Ребят, нисколечко не считал. Чего взяли, что это мужским полом я его назвал? Сарделька, она моя, тут понятное дело, я же не назвал. Сардель. Сарделька. Так, отправляем его в приключение. А, его, может быть, то что? А ты хотел услышать ее? Ну ладно, пускай будет ее. Так, ну что, давай здесь посмотрим. 12 рун. 12 рун. Цыпа. Здесь нам выпадает яйцо. Но это у нас на, по-моему, пристиголовый, да, или это барсик, я уже не помню. Кто-то из них. Сейчас увидим как раз. Это у нас... Ну давай, давай, открывай. Кошмарный пристиголов. Естественно, я его отпускаю сразу, потому что он у нас есть. Переезд. Бесплатно. Так, Кривоклык, надо тебя отправлять в приключение. Давай, полетел. Пока, пока, ребята, все, да, у нас получается. Блин, по древесине, конечно, голяк. По древесине. Почему ты у меня не отправился, а, за древесиной? Скажи-ка мне на милость, почему ты у меня не отправился за древесиной? Так, зеленую смерть отправляем далее. Этого охламона тоже отправляем. Плюс сезонный абонемент. Давай смотреть. Ну, нам здесь не хватит до награды, к сожалению. Слишком много требует. Слишком много. Не получится. Так, этого мы отправляем за... Зачем я его отправил за древесиной, непонятно. Ладно, нам нужна древесина, пускай летят за древесиной. Этого прокачать, не прокачать, я не знаю. Нам сейчас нужно как бы накопить древесину для того, чтобы купить вот здесь вот 650 лямов. И тут 650 построить. То есть это одно и то же получается, что расширить, что построить, да? 650 миллионов. Дороговато, конечно. Но я думаю, что оно того стоит. То есть, в любом случае, сейчас пока ничего не могу сделать. Отправляем всех за древесиной.
Пускай они пока собирают. Сейчас посмотрим здесь. У нас больше всего приносит. Ладно, древоруб пускай летит. Этот костолом уже не сможет древесину добывать. Понятно, у нас перебор. Слушай, а что там можно было сделать? Открыть наездника? Что-то еще можно было бы. Открыть наездника, открыть новую территорию. И, по-моему, что-то улучшить, да? А, улучшить склад. Улучшить склад, это нужно 350 железа. 350 железа. Блин, это нужно нам копить. Копить придется. Так, ладно, этих да отправим с тобой. Пускай они тут собирают. Рыбные места еще вроде как свободны, да, я так понимаю? Пускай тогда летят. Пускай все будут у нас на сборе. Все. Так, здесь заберем с тобой награду еще одну. Ну что, теперь, я думаю, пойдем и набьем паки. Ну, раз пока делать нам нечего, а я уже зашел. Можно было бы, в принципе, и не снимать эту серию, по большому-то счету. Ну, ребят, раз решили, так давай сделаем уж. А вечером у нас будет доступен уже событие. Так, ну что ты будешь делать? Достается моему бедолажке, да, шторморезу? Ты посмотри. Ты посмотри, что вытворяет, а? Блин, а я боюсь, шторморез у нас не выдержит. Его сейчас уничтожит. Тогда это добьет. Значит, да ладно. Серьезно, что ли? Мы еще успеем хильнуться даже? Нет, не успеем, он замедленный, ребята. Он замедленный, поэтому и не выйдет ни шиша. Но я могу сделать следующее. Твою, вот теперь этого замедлили, а? Я просто хотел, думал, сюда сейчас сделать слепоту. И было бы вообще все четенько. Вот так вот я сделаю. Я не знаю, сможет ли он добить, по идее должен. Молодец, красавчик. Так, теперь поехали, здесь укус. Так, он промахивается, потом опять на него вешаем слепоту. И все. И он не жилец, друзья. И он просто не жилец. Пшикай мне там еще, а? Прекрасно, прекрасно. Так, у нас, ребята, очередная схватка. Я, правда, не слышу музыки. Музыки похоронной для этих вот драконов. Окей. Так, Барсик, ты кого будешь бомбить? Слушай, они все почему-то начинают потихоньку переключаться на моего штормореза. Вот я уже заметил такую тенденцию. Раньше бедный Барсик у меня был. Сейчас все меняется в корень. Так, ну что, минус один. Этот сейчас фаербол зарядит, 100% тебе говорю. Просто неизбежно. Хильнуться мы не успеем, да? К сожалению. Ладно, попробуем так Барсика этого наказать, вражеского. Ну и остается Громоль, который, соответственно, фаербол очередной. Нет, он сделал хвостом удар. А мы тогда вот так сделаем. Все, дальше пускай что хочет вытворяет. У нас удвоение энергии идет. Сейчас будем его клепать. Не надо только зависать, пожалуйста, окей? Игра. Ну. Давай. Что он там делает? Крадется, непонятно зачем. Опять же вот это вот, только через слепоту. Я другого варианта не вижу. Блин, без музыки как-то тоскливенько, да, ребят? Почему-то мои драконы летят не вперед, а так вот как-то назад двигаются. После этого начинают атаковать. Ну что, добиваем. Все. Да ёк-макарёк, опять без музла. Когда музыка пропадает, ребята, это первый знак того, что игра может зависнуть. Начнем, наверное, со штормореза вражеского, да? Да, я думаю, сейчас мы его накажем, потому что он у нас кто? Шустрый, конечно же. Шустрого будут бить хитрые.
Даже уже видел, немножко подфризивала игра. Так что надо будет потом, наверное, перезайти. Так, скала в кого бежит? Ну, естественно, ну... Спрашивает, в кого. Так, давай вражеского барсика теперь мучить. Так, допустим. Я думаю, что мы, наверное, сегодня откроем два пока вождя, ребят. Как ты считаешь? Да? Я думаю, два пока вождя возьмем. Ну... Захиливаемся. Замечательно. И остается лишь скала. Но сейчас он звезданет, он будет разбег делать. Сейчас кому-то сильно не повезет. Но выжил. Шторморист мой пока. Он его, правда, сейчас добьет. Вот именно сейчас, в данный момент, хвостом своим. Паршивец такой. Нет, он, по-моему, даже фаербол какой-то сделал. Ну, вот и все. Мы отомстили. Так, друзья мои, ну что, открываем пак вождя. Шторморез, Громель, Душитель, Ужасное чудовище, Кошмарный пристиголов, Вострозуб, Кривоклык и все. Ну и как ты видишь, у нас выпало опять два обычных пака. Да, я хочу еще открыть один пак вождя, может быть, нам все-таки улыбнется удача. Хотя это маловероятно, но вдруг повезет. Так, дымодышащий, плюс, опять же, у нас тут скала, и начнем, наверное, вот так. Я не собираюсь, чтобы этот охламон здесь спокойненько разгуливал, да, на нашей территории. Давай-ка, хитрый. Эх, а вот если бы он кританул бы... Вот если бы он кританул, было бы замечательно. Ох, сейчас этот звезданет, ребят, я вот больше уверен, сейчас звезданет по шторморезу. Именно так и получилось. Именно так он его и уничтожил, а? А что нам теперь остается делать? Нам сейчас нужно, ребята, делать следующую вещь. Смотрим по шкале. То есть равные, да, что фиол, что красные. Но все-таки я, наверное, сделаю вот так. Потому что мне кажется, что скала будет посерьезнее. И я не прогадал, друзья. Он сделал себе усиление атаки. Поэтому он сейчас его уничтожит, своего же кореша. Замечательно. Ну, а мы слепоту повесим сейчас, очередную. А что это он, замедленный, что ли, получается? Потому что у нас барсик два раза сходил. Хм, интересно. Ну, куда ты бежишь, парень? Ты все равно промажешь. А так бы, если бы он барсику бы влепил, я думаю, ему бы не поздоровилось. Ну что, добьем? Добьем. Давай, барсик, тебе такая честь выпадает. Вот и все. Ну что, вот такой вот у нас будет матч. И причем здесь все... Они здесь все хитрые. Абсолютно все. Это плохо. И уровни, ты посмотри, у них 20-е, 19-е, 18-е. Вы что, серьезно? Вы издеваетесь надо мной таким образом, да? Я здесь вряд ли смогу выиграть. Хотя все может, ребята, поменяться в корень. Что ж ты вытворяешь-то? Взял и заморозил. Может быть, поможет, как вот отхил. Хотя я почему-то сомневаюсь. Что ты сейчас? Все-таки добил он меня. Он мне уничтожил штормореза. Тогда мы уничтожаем вот этого. О, сейчас опять пахнет. Он достал. Ну ты-то еще куда лезешь-то, ёк-макарёк. Он, у него инициатива офигенная, вот что я заметил. Ребята, а нам вот пока делать нечего. Вот остается вешать на него замедление. Если мы хотим здесь как-то еще прожить чуть-чуть. Видишь, как он отнимается у него мало здоровья, тем более от Кривоклыка. А он не успокоится на своем, да? Он все долбит и долбит, долбит и долбит. И вот сейчас вот долбанет, ребят, по полной программе, по-моему, нет? У меня же сердце замирает, кровью обливается, когда я это вижу. Но победили мы, слава богу. Ну что, друзья, очередной поединок. И смотри, кто у нас здесь. Вот такая команда. Начну я, пожалуй-ка, с Хофера.
Потому что, мне кажется, мы его должны быстрее разобрать. Хотя уровни, я тебе еще серьезно говорю, 20-е, 20-е, 19-е. С какого перепуга, блин? Барсик у меня вообще здесь не котируется, если честно. Понимаешь? На своем 16-м левле. Вообще. Трэш. Сейчас Хофер что-то сделает противное, да? Нет, нам еще повезло здесь. Нам повезло, что хил подоспел. Так, Хофера уничтожаем. Что ты будешь делать? Понятно. Кревета тогда надо брать. Ребят, сейчас врежет. Сейчас кревет сделает свое электричество. И у меня, как минимум, наверное, шторморез погибнет точно. Это боль. Ну, этот сейчас, конечно же... Подожди. Кого он будет сейчас? Ну, конечно же, в Барсика, да? В моего маленького Барсика. Да. Как здесь выжить? Я не знаю. Видишь, что он вытворяет? Это, предположим, раз. Сейчас я смогу его еще раз кусануть. Потом повесить слепоту на него. Слушай, он хорошо не так много отнимает. Блин, а у нас же сейчас... Закончится время, будет ничья, да? Будет ничья. Но я не дам. Я не буду... Блин, все-таки ничья, ребят. Все-таки ничья. Ну что, тем не менее, мы заработали пак вождя, и давай его открывать. Шепот смерти, парящий прихвостень, грамм гильда. И все? Ну, вообще скудно как-то. Да, друзья, ну что, будем ждать следующего события. Обязательно, потому что, ну, нам нужно ресурсов наколошматить очень много. Потому что открыть новую территорию плюс дракона, точнее всадника, да, наездника. Это будет круто, опять же, на него 100% понадобятся руны. Ну, мне так кажется. Там уже будет видно. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.